Let's go, как говорится. Together right now. Когда Настя пришла на перезагрузку, у нее уже была мощная база. Она знала английский алфавит. Ага. Осталось только выучить все остальное. Wait one minute, please. Ой, wait. Какой wait? One minute, please. Вина хочется просто. Чего мы только не делали. Мы привлекали лучших репетиторов. Do you have no room there? Yo, I... Example, please. This is very hard. Устраивали практические занятия с носителями языка. Sorry, I'm very bad speak English. Sorry. Take your time. И что же Настя запомнила из этих уроков? Вы сказали на моем практически втором родном языке. So. Под конец перезагрузки произошло чудо. Свершилось то, к чему мы так долго стремились. Настя смогла изъясниться с человеком, и он ее понял. Бонжур, капитан. My name is Anastasia. I need fishing, octopus. Octopus, yeah. Yes. Yeah. Spinning. Yes, yes. Okay, we can... How much? This option. 10 dinar. 10 dinar. Can I go with you in your boat? Yeah. Together. Yeah. With time? И вот Настя стала говорить целыми предложениями. Sorry, I need to send me helicopter. You know? I'm in Iceland. Wait a second. I ask my operator how name is it Iceland. В некоторых странах мира Настя чувствовала себя профессором из Оксфорда. Sometimes maybe. Was bad situation. Car is go in river or просто куда-нибудь что-нибудь. Настя, что ты чувствуешь после победы над английским? Nothing. Without you. Without amazing emotions. You know? You know what I mean? Yeah.